найти и уничтожить. Значит, они должны увидеть меня, узнать, что я жив. Они забудут о своем задании и сложат оружие. Спустим их и посмотрим, что будет. Да. Это была шутка. Ирландец, Рекер, прикрывайте дверь. Я серьезно. Если мы будем драться, все кончено. Я сам открою дверь. Я не пущу вас. Послушайте меня. Они убьют вас, как только ворвутся сюда. Вы живы только благодаря этой двери. С такой травмой ему вообще нельзя подниматься. Эти разговоры – последствия сотрясения. В этой комнате я невидим. Я уже мертв. Мы все мертвы. Если я не могу показать свое лицо и обратиться к своим братьям без страха, то я проиграл. Я не знаю, где я. Откройте дверь, сержант. Спокойно! Спокойно! Эй, не делай этого. Блять, не вздумай. Отбой! Это 对，正在活了，那在地砖上面，是真的，正在活了，正在活了。У сукина сына получилось. И что теперь? Там везде еще полно китайских солдат. Они знают, что это он. Они сообщат всем. Это Чан. У них военный корабль к северу от нас. Ах, он сукин сын. Хочет похоронить правду и всех людей вместе с ней. Мы можем нанести удар. Нет, у нас ничего не осталось. Даже С-4? С-4 у нас хватает. Только что, черт возьми, мы с ней будем делать? Дайте мне надувной катер и весь оставшийся запас С-4. Вы это серьезно, ирландец? Да. Так точно, сэр. Хорошо, Пак. Покажи им. Рекер, ирландец, идем со мной. Ханна, ты в этом уверена? Чинчжэ, Бог в помощь. Слушайте сюда. Загрузить катер С-4 и подготовить к отплытию. И поживее. Никаких извинений. Мы уже в пути. Потрясающе. Он всегда так... По праздникам. А ты точно за ним не замужем? Я замужем за тем, за что он сражается. Ханна, тебе никогда не хотелось, чтобы все было иначе? Хотелось, конечно. Но за это нужно сражаться. Ты свой человек, Ханна. Это вам, сержант. Ты не с нами, Пак? Останьтесь в живых. Это приказ. А вы держите Валькирию на плаву до нашего возвращения. Ура! Да, твою мать! Поехали быстрее, Рекер! Черная, хреновая идея! Что здесь с нами происходит? Вне зоны видимости. Приготовиться.
Ирландец. Не волнуйся, они довольно крепкие. Ну да, конечно. Сделаны в Швеции. Ну да, сразу полегчало. Крепость. Могильщик 3, мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Хан, нажми на кнопку. Красный! Что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер. У тебя еще остались заряды С4? Хорошо, дай мне. Я не дам рисковать тебе жизнью, брат. Я ведь ирландец, помнишь? Везунчик. Ну уже, Рекер, давай сюда, Рекер. Рекер, я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране ты нужна живой, Ханна. Никуда ты не пойдешь, и точка. Давай, Рекер. Рекер, когда детонатор загорится зеленым, жми на кнопку. Ханна! Вот уроды! Готово! Жми кнопку, Рекер! Ты же убьешь ее! Черт возьми, могильщик! Взрывайте этот корабль сейчас же! Ханна! Спасайте Валькирию! Она погибла, Рекер! Она отдала жизнь за то, во что верила, черт возьми. Крепость — это ищейка. Могильщик на борту. Мы везем их обратно. Вы всех нашли? Один из них пропал без вести, сэр. Мы ничего не можем поделать. Нужно немедленно улетать. Черт, понятно. Что же, возвращайте моих морпехов домой.